нас есть три силы. Сила от Бога, сила от прошлых жизней и сила от родителей, от предков. И нам в голову приходят не только наши мысли, но и мысли от Бога, от светлых сил и от темных. Также еще есть, конечно, и серые силы. Даже можно проследить четвертый канал серых сил, который делает все стандартным и обыкновенным серым и пустым. Четыре канала. Три канала и свой собственный. Yeah.